Добрый день, наши милые зрители! Мы рады приветствовать вас на новом обзоре роскошных серебряных украшений от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Сегодня вы увидите эти украшения самыми первыми, поэтому приготовьтесь удивляться и восхищаться, ведь наш обзор стартует прямо сейчас! И начинаем наш обзор с вот такого оригинального комплекта, в который входят серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, вставка культивированный жемчуг. Мягкие линии с аккуратной жемчужиной по центру этот дизайн украшений не оставит равнодушной ни одну любительницу украшений с жемчугом. У изделий очень комфортная посадка как у кольца, так и у серег. На серьгах английский замочек. Заказывайте эти прекрасные украшения на нашем сайте jewmagazine.ru и дополняйте ими свои образы. Паспортный вес серег 5,8 грамма, кольца 3,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Минималистичные и лаконичные украшения из черненого серебра, сочетание стиля и традиций. Очень легкие изделия, которые будет комфортно носить весь день. На серьгах английский замочек, у кольца с обратной стороны удобная шинка. Для того, чтобы заказать эти украшения, переходите по ссылкам в описании к этому видео. Паспортный вес серег 3 грамма, кольца 2,1 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования. Вставка на украшениях – фианит. Невероятный комплект украшений, вы только посмотрите. Какой роскошный дизайн! На серьгах и на кольце он идентичный, но у кольца, обратите внимание, какой необычный переход к декоративной части. Смотрится очень изысканно и элегантно, согласитесь? Обязательно приобретайте эти украшения в свою коллекцию и не сомневайтесь, без комплиментов вы точно не останетесь. Паспортный вес серег 4,8 грамма, кольца 4,4 грамма. Очень стильные и актуальные серьги из серебра 925 пробы без вставок. Покрытие изделий золочение или родирование на ваш выбор. Это еще одна новинка, которую мы с радостью показываем нашим любимым покупателям. Необычный тандем геометрических фигур в сочетании с невесомостью изделий делают украшения отличными аксессуарами на каждый день. Но также они будут очень уместны и с оригинальным коктейльным нарядом. Создавайте смелые образы и не бойтесь экспериментировать. А магазин «Серебряная птица» с удовольствием вам в этом поможет. Паспортный вес этих серег 8,5 грамма. Представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирования, вставка искусственный нефрит. Роскошь в полноценном ее проявлении.
Просто невероятная работа мастеров-ювелиров Красной Пресни. Витиеватые узоры, зернение и очаровательный нефрит в центре этого прекрасного цветка. На серьгах английский замочек, штифт довольно плотный. Шинка кольца с обратной стороны тонкая и не препятствует сжатию ладони. Паспортный вес серег 8 грамм, кольца 6,2 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925-й пробы. Покрытие украшений оксидирование. Вставка искусственный авантюрин. Еще один комплект украшений с удивительным дизайном. Специально для поклонниц темных вставок. Посмотрите, какой невероятной красоты авантюрин в огранке кабошон. Держит его на изделиях прекрасное раскидистое дерево. А внутри камня словно звезды на ночном небе, искрящиеся вкрапления. Настоящая картина в ювелирном изделии. Позвольте себе выделяться и быть необычайно красивой в этих украшениях. Паспортный вес серёг 8,3 грамма, кольца 5 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925-й пробы, покрытие изделий оксидирования, украшения без вставок. Вновь украшения в оксидировании с филигранными узорами – прекрасное приобретение в вашу коллекцию аксессуаров. Такие изделия будут замечательно смотреться как с вечерним вариантом наряда, так и с повседневным образом. Переходите по ссылкам в описании к видео на наш сайт и выбирайте изделия, чтобы подчеркнуть свою уникальность. Паспортный вес серёг 4,2 грамма, кольца 2,4 грамма. Представляем вам серьги и подвеску из серебра 925-й пробы. Покрытие украшений оксидирования, вставка, имитация жемчуга и ювелирное стекло прециоза. Только полюбуйтесь, какую красоту приготовили для вас ювелиры завода Красной Пресни. Здесь сочетается все – и вставки из жемчуга и ювелирного стекла, и ткань, и округлые формы с геометрическими линиями. Все то, что так любят наши покупательницы. Выбирайте этот великолепный праздничный комплект украшений, и вы не останетесь незамеченной в нем. Паспортный вес серег 17,5 грамм, подвески 7,9 грамм. В обзоре мы использовали цепь КТ-5. Серьги из серебра 925-й пробы. Покрытие изделий золочения и родирования. Украшения без вставок. Минималистичные и легкие серьги, которые легко впишутся в любой гардероб и подойдут как на каждый день, так и для особого случая. На серьгах нет вставок, на мочке уха их крепит английский замочек. Смотрятся они очень женственно и аккуратно. Добавляют блеска глазам своей прекрасной обладательницы. Выбирайте покрытие на свой вкус и заказывайте эти украшения на нашем сайте jumagazine.ru. Ссылки на изделия вы можете найти в описании к этому видео. Паспортный вес серёг 7,5 грамм.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, украшения без вставок. Не оставляя тему минимализма, рассмотрим вот такие широкие украшения. Очень интересно смотрятся, смело и свежо. У нас они ассоциируются со стилем сафари, который не сдает своих позиций и в этом сезоне, и является также одним из трендов. Кольцо хоть и широкое, но тем не менее сжатию ладони оно не препятствует. Носить его будет очень комфортно. Штифт на серьгах также удобной длины и ширины. И вместе украшения создают очень интересный и эффектный образ. Паспортный вес серег 3,8 грамма, кольца 3 грамма ровно. И вот она, долгожданная новинка. Ювелирный завод «Красная Пресня» наконец начал выпускать полудрагоценные вставки в украшениях из серебра. Это значит, что любимые изделия станут еще доступнее. А сейчас мы как раз с вами и посмотрим на эти прекрасные украшения. Так, например, представляем вашему вниманию серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования. Вставка на этих украшениях – лондон, топаз массой 3 карата и фианиты. Чарующая и глубокая вставка делает эти украшения просто невероятными. Огранка камня поражает. Украшения очень подойдут голубоглазым красавицам. Дизайн изделий очень нежный и утонченный, что делает их универсальным аксессуаром для ежедневного ношения и также на торжественный выход. На серьгах комфортный английский замочек, который надежно закрепит украшение на мочке уха. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 2,4 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие изделий также золочение с элементами выборочного родирования, вставка голубой топаз массой 2,25 карата и фианиты. Вновь голубая вставка, но на этот раз более легкая и светлая. Голубой топаз просто невероятной красоты. Только посмотрите, как играют грани камня. Настоящий восторг! Однако будьте внимательны и берегите вставку от прямых солнечных лучей. А вот для ношения в помещении это прекрасный вариант. На серьгах в этой модели также английский замочек и прекрасные дорожки из фианита. Паспортный вес серег 4,1 грамма, кольца 2,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие изделий золочения с элементами выборочного родирования, вставка на украшениях аметист массой 2,25 карата и фианиты. В этой модели не менее загадочная и очаровательная вставка аметист. К этому камню просто невозможно остаться равнодушной, ведь он создает совершенно особое настроение и состояние. Очень изысканно его дополняют фианиты. Отличный выбор для нежных и романтичных образов. На серьгах в этой модели также английский замочек. Паспортный вес серег 3,8 грамма, кольца 2,3 грамма.
Кольцо и серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования, вставка на изделиях гранат массой 2,1 карата и фианиты. В этой модели вставка томный и невероятный гранат. Любой вечерний образ с этими украшениями будет смотреться просто невероятно. Это действительно очень элегантная, глубокая и манящая вставка. Идеальный выбор на торжественный вечер. На серьгах в этой модели также английский замочек. Паспортный вес серег 3,9 грамма, кольца 2,4 грамма. И завершает наш модельный ряд изделий с полудрагоценными вставками в серебре удивительный раух-топаз. Посмотрите только на эти великолепные серьги и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования. Раух-топаз или дымчатый кварц, как его еще называют здесь, массой 2,25 карат. Также на изделиях расположены фианиты. Невероятной красоты вставки, цвет просто наслаждение для глаз. И в то же время камень обладает достаточной прозрачностью, которая подчеркивает непревзойденную огранку. На серьгах в этой модели также английский замочек. Их паспортный вес 3,9 грамма, паспортный вес кольца 2,4 грамма. Теперь вам осталось лишь выбрать вставку, и каждая из них прекрасна по-своему. И вот вы уже готовы блистать и поражать всех вокруг. Вот на такой красоте мы и завершаем наш видеообзор. Мы не устанем благодарить вас за вашу обратную связь и комментарии. Напишите, кстати, какие из представленных украшений понравились вам больше всего. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями, которым также нравятся серебряные украшения. Ну а мы будем ждать вас за покупками на нашем сайте jewmagazine.ru. Мы желаем вам хорошего дня и отличного настроения. До новых встреч в новых видеообзорах!